Чудо-юдо! Эй, привет-привет! Сейчас мы с тобой откроем 6 киндеров с интересной коллекцией. Коллекция «Свинка Пеппа профессии». А прятаться киндеры будут в воздушных шариках. Давай начнем! Есть киндер! Быстренько откроем его. Потрясем. Ух ты, Пеппа Свин и костюм пожарника. Давай же наденем его. Сидит идеально. Пеппа Свин пожарник. Ну что, отличное начало. Продолжим. Теперь желтый шарик с динозавриком. Лопнем его. Отлично. Снимем фольгу. Так. О, это же овечка Сьюзи и скафандр. Наденем. И шлем. Получилась овечка-космонавт. Как классно. Еще шарики. Ага, шарик с кошечкой. Так. Ой, а здесь пусто. Ничего страшного, будем искать дальше. Но в этом, кажется, что-то есть. Посмотрим. Да, есть киндер. Интересно, что же внутри? Откроем. Вау, это же Пеппа и костюмчик медсестры. Примерим халат и чепчик. Вот такая медсестричка. Круто. И полетели воздушные шарики. Ой, опять шарик с кошкой. В прошлый раз он оказался пустым. А тут есть киндер. Отлично. Съедим шоколад. Откроем. Кошка Кэнди и одежка строителя. Вот так. И наденем желтую каску. Вот такая кошка-строитель. Готова к приключениям. Что тут скажешь, собирается отличная коллекция. Так, оранжевый шарик с Пеппой. Да! Какой же сюрприз внутри. Давай посмотрим. Хо-хоу, это Джордж и форма полицейского. Ничего себе! И пистолет, и дубинка, и крутая кепка со значком. Джордж теперь полицейский. Голубой шарик. Опять достанем иголку. Бац! И снова киндер. Открываем его. Так. Оу, мама свинка и униформа повара. Да, маме свинке такой костюмчик в самый раз. Красавица. Мы открыли все 6 киндеров. Отличная коллекция свинка Пеппа профессии. Все такие разные. А тебе какая игрушка понравилась больше всех? Пиши в комментариях. Смотри мультики каждый день на канале Чудо-Юдо. Нажми на эту кнопку, чтобы подписаться на новинки.